Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному проекту GoBets. Это заработок на ставках. Значит, это, друзья, инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Не забывайте об этом. Я рискую своими деньгами. Вы же думаете сами. Я лишь показываю, где я работаю, зарабатываю. И в этом видео я хочу показать, как здесь я ежедневно зарабатываю. Значит, ну вот, это домашняя как бы страничка, реферальная ссылочка я вам показывала. Сейчас хочу показать вам мои ставки. Вот здесь GoBets. Да. Вот мои три ставки уже сыграли, да? Как бы... 2,06%, 2,08%, 2,19%. Они все выплачены. И возвращаюсь я на домашнюю страничку. Ежедневно я захожу и на свои $20, то, что я инвестировала, я делаю ставки. Да? И эти $20, они мне должны принести в итоге $50. Вот они, $20 моих. А вот это вот мой доход. 64 цента. И так как моя ставка сыграла, делаю сегодня следующую ставку. 1,92. Здесь других больше нету. Кликаю на зеленую вот эту. Профит. Опускаемся ниже. И вот она. Моя ставочка. Ставлю сюда $20. Вот они мои. И бет. Но ставлю как бы. Ну, здесь как бы это все описание. 0,38. Кликаю. Все. И меня перебросило. Значит, смотрите. Вот тут она идет ниже, как бы не вверх. А ниже тут 1, 2, 3. Вот этих три моих сыгранных ставки. И сегодня четвертая ставочка. Как бы эти выплачены. Она вот должна сыграть. Да? И мне начисляют как бы процент. И завтра я точно так же зайду и опять сделаю ставку. Будет завтра 27, сегодня 26, а завтра будет новая ставочка. Ну вот как-то так. Ну, в принципе, на этом и все. Проект новый. Я впервые участвую в таком вот проекте. И поэтому очень даже интересно все. Для меня все ново. Не забывайте о том, что это инвестиции. Все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.